Ну, а мы встречаем Анастасию Марасанову из Санкт-Петербурга, которую тренирует небезызвестная Алина Писаренко. И Настя Марасанова в нынешнем сезоне тоже уже успела и понравиться, и запомниться нашей публике. Давайте пожелаем ей успеха и сейчас. В условиях таких плотных результатов, которые показывают сегодня наши девушки, любая оплошность может здорово изменить свою позицию и, соответственно, стартовый номер в произвольной программе. Что сейчас, как видим, и происходит с Настей Марасановой. Очень экспрессивная программа, очень интересно в ней смотрится сама фигуристка. И видите, как она поникла сразу после окончания выступления, потому что прекрасно она сама понимает, понимает и Алина Писаренко, что с падением попасть сейчас в сильнейшую разминку будет очень сложно. Я даже не исключаю, что эта ошибка отбросит Анастасию Марасанову за пределы первых 12, а, соответственно, она не будет даже во второй разминке. Нужно, конечно, дождаться окончания выступления всех фигуристок, но такой расклад вполне вероятен. Хотя, казалось бы, так здорово все начиналось, да? Очень уверенный двойной аксель, очень хороший тройной ридбергер, очень хороший непрыжковый элемент. И вот это, ой, еще с большим-большим недокрутом лутс. Нет, там совсем крохи она получит. Мало того, что остается без каскада, еще и лутс будет не тройным совершенно точно. Хорошо, если одной галочкой отделается. Мне кажется, одной тупо она не отделается, так что потери по баллам очень велики у Анастасии Марасановой. И боюсь, что может сейчас произойти такая история, что Настя станет первой спортсменкой, которая не дотянется до отметки в 60 баллов. Анастасия
Анастасия Марасанова за короткую программу набирает 54. Да, даже до 55 не дотягивается Анастасия, и сейчас она пока замыкает десятку. 10-е место.